Привет, друзья. Сегодня мне принесли на тест русский усилитель Чепман. Ребята из Новосибирска делают его. Фирма уже больше 10 лет существует, так что не шарашкина контора, уже проверена, репутация хорошая. Вот, усилитель меня совершенно поразил, просто потрясный вообще. Уровень просто мировых усилителей. Я для наглядности сейчас сравню его еще с Фендером, он ближе всего вот к нему мне показался, с обычным таким вот стандартненьким. Ну что, смотрите, чистый звук. Мне у этого комбика не нравится, но, впрочем, мне не нравится у всех таких, вот у этого тоже не нравится, такой блюзовый, винтажный подгруз, поэтому я даже не буду его показывать, потому что, когда не нравится, то хорошо и не покажешь. Вот, а и поэтому я такие, в таких случаях использую подгруз со своими примочками. Вот, ну давайте посмотрим с овердрайвом, как будет. Большим перегрузом. Давайте переткнемся в Fender для объективности, чтобы вы поняли, что класс аппарата такой же. Звук, конечно, другой, но это понятно, у каждого аппарата свой звук немножко. Так, чистый. Подгруженный чуть-чуть. А еще я забыл чистый показать на аккордах.
вернемся обратно для объективности. Расстроилась, пока мы тут тестировали, ну ничего. И перегруз. Штука.